В Уральске началась выдача социальных пакетов многодетным и малообеспеченным семьям в рамках государственной адресной социальной помощи. Всего адресную социальную помощь в областном центре получает 1379 семей. Выдача продуктовых корзин ведется в Уральске и поселковых округах. Это Зачаганск, Желаево, Деркулу, Круглозерное. С начала этого года в городе 1379 семьям назначена адресно-социальная помощь. Из них 379 семей многодетные. На сегодняшний день выдача социального пакета ведется 1156 семьям. Получаю АСП, детские пособия, все хорошо. Все нормально. Дети довольны, я довольна. Спасибо большое за все. Семь человек детей. Снимаем, да. На съемном жилье живу. Получаю СП, тем и плачу за квартиру и воспитываю детей сама. Мать-одиночка. Отметим, что продуктовый набор отличается по своему составу в зависимости от возрастной категории детей. От 1 до 3 лет и от 3 до 6. Состав наборов сформирован на основании рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности продуктов и нормы их употребления в соответствии с возрастом. Набор включает в себя различные крупы, пюре, соки, молоко и другое. Продукты витаминизированы, что позволяет компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме. От 3 до 6 лет 719 детей и от 1 до 3 лет 825 детей. Но помимо этого, в рамках предоставления адрес социальной помощи у нас предусмотрено горячее питание в школах, а также предоставление один раз в год обеспечения детей из малообеспеченных семей канцелярскими товарами, школьной формой, спортивной одеждой. Кроме того, раз в квартал на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет из малообеспеченных семей будет предоставляться набор гигиенических средств. Учитывая, что количество получателей адресно-социальной помощи ежемесячно меняется, соответственно, будет меняться и количество получателей гарантированных соцпакетов. Юлия Мутылова, Айбек Сагангалиев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.